что мы должны были сделать? Мы должны были показать клиентам ключевые преимущества нового продукта, новых шин компании Michelin. Через практические тесты мы должны были доказать гостям, что это все правда, что все цифры имеют место быть, имеют право на существование, что они настоящие. Один из самых ключевых тестов, топливный, нам нужно было проходить на трассе без стабильного и постоянного интернета и рассказывать гостям постоянно в режиме онлайн, что у нас происходит. Просто рассказ, бегущая строка и работа ведущего не доказали бы гостям, что тест правда проходит. Нам необходима была прямая трансляция. Итого, у нас 73 километра трасса, две фуры, которые должны быть постоянно в сети и постоянно выдавать трансляцию, картинку онлайн. Различные активности, чтобы в ненавязчивой форме рассказать гостям о преимуществах шины. И после того, как они все узнали, мы дали немножечко возможности им развлечься и выбить себе максимальную скидку на новую линейку шин. Идеальное время для проведения теста степных характеристик – декабрь. У нас сегодня 26 апреля, мы в Казани, у нас плюс 17 градусов, и нам необходимо было продемонстрировать степные характеристики новых шин. Проработав несколько вариантов, мы поняли, что единственный способ показать все равно, продемонстрировать, как это будет на льду. Для этого мы использовали синтетический лед, специальное покрытие, и для того, чтобы доказать гостям, что все по-настоящему, все на самом деле, мы пригласили команду фигуристов. Встречаем демонстрацию степных характеристик. Два и четыре. Это до обеда, да. Давайте смотрим после обеда, что получилось. И получилось у нас 3 литра. Экономия.